делать? Я в интернете нашла совет для мужчин. Оказывается, мужчинам как совет? Чтоб мужчина на свиданиях не воспринимал женщину только как сексуальный объект, а хотя бы минимально вслушивался в то, что она говорит, мужчине перед свиданием надо передернуть. Да, грубо, но там так написано, не я придумал. Но я к чему? Смотрите, девушки, если вдруг на свиданиях вам кажется, что мужчина какой-то очень внимательный, участвует в разговоре, вопрос какие-то уточняющие задает. Ну, не надо у него спрашивать, как у него день прошел. Вы и так знаете ответ. Охренеть. Ребята, всем здорово, Саныч на связи. Мне интересно, кто такие советы дает, а как еще женщину можно воспринимать, кроме как не сексуальный объект? Как кого? Нет, как бы, ну, изначально мы все люди, это понятное дело, как бы там, но если у тебя уже дело дошло с ней до свидания, и ты ее воспринимаешь не как сексуальный объект, ты вообще кто? Кто ты такой? Ты кто? Ну, ты как? То есть ты идешь с чаечкой на свидание, да, вот, ну, то есть такая интимная обстановка, там, романтическая, все дела, и ты ее воспринимаешь не как сексуальный объект. А может, ты хочешь, чтобы она тебя воспринимала как сексуальный объект? Может, ты нашел себе стропонессу, чтобы она тебя отстропонила, что ли? Ну, как это? Ну, мужчина, когда знакомится с женщиной, ну, по моему субъективному мнению, как бы он в первую очередь хочет ее жахнуть. Это нормально, так и должно быть, потому что это природа, нас такими природа сделала. Не надо этого стесняться там или как-то от этого отнекиваться. Это нормально. Если бы ты не хотел ее трахнуть, ты бы не пошел с ней на свидание. Ну, а что ты с ней пошел на свидание? Потому что у нее лобные доли высокие. А, наверное, она умная, да? Пойду-ка я с ней на свидание, да? А я извиняюсь, а пися у тебя на что вставать будет? На лобные доли, да? Или, может быть, все-таки на жопу сиськами, а?